Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировские предприниматели могут подключить эквайринг с комиссией всего 1%. Такая возможность появилась после принятого Банком России решения поддержать бизнес, продающий социально значимые товары и услуги в сложных экономических условиях. Воспользоваться льготой могут и клиенты банка «Хлынов». Она дает экономию в 1.5-2 раза, рассказал начальник отдела развития и сопровождения операционных процессов управления корпоративного бизнеса АО «КБ «Хлынов» Евгений Зубарев. Услуга распространяется как на действующих клиентов банка, так и на тех, кто заключает договор впервые. Для наших действующих клиентов мы автоматически уже применили изменения. Никаких документов для того, чтобы стать участником программы, клиент в банк подавать не должен был. Для новых же клиентов мы при их условиях соответствия программы сразу же также подключаем льготный тариф. То есть мы подключаем услугу торгового эквайринга тем клиентам, которые имеют расчетно-кассовое обслуживание в нашем банке. При подключении услуги предоставляем бесплатное оборудование. Также мы его настраиваем. По окончании действия программы, то есть после 31 августа, для клиентов банка тоже автоматически устанавливается стандартный тариф. На данный момент льготой пользуются уже более 1000 клиентов АО «КБ «Хлынов». Какие виды бизнеса подпадают под нее, можно увидеть на сайте Банка России и на сайте Банка «Хлынов». Еще одна выгодная и для предпринимателей, и для физических лиц услуга, которой могут воспользоваться клиенты банка «Хлынов», это система быстрых платежей. Услуга может быть как альтернативой эквайрингу, так и подключаться параллельно с ним. Она подходит практически для любого бизнеса, принимающего платежи от физических лиц. Можно не использовать какое-то дополнительное оборудование. Наш банк предоставляет возможность приема оплаты через терминал торгового эквайринга. Если же эквайринга у клиента нет, то он может принимать оплату и использовать Telegram-бот. Можно создавать QR-коды, отслеживать статус платежей, осуществлять возвраты в случае необходимости. Кроме того, сейчас для предпринимателей, подключающих СБП, тоже действуют льготы. И есть множество других преимуществ. По системе быстрых платежей переводы тарифицируются в размере от 0,4 до 0,7%. Деньги зачисляются на счет в течение 15 секунд с момента совершения операции. Ну и также следует отметить, что в настоящее время действует программа субсидирования комиссии, взимаемой банками за прием бизнесом платежей от физических лиц через систему быстрых платежей. То есть эта комиссия субсидируется государством сейчас в полном объеме, и данная программа будет действовать до 1 июля. Она распространяется на субъекты малого и среднего предпринимательства. Для покупателей пользование системой быстрых платежей абсолютно бесплатное, причем расплачиваться можно и в интернет-магазинах. Услуга в последнее время становится все популярнее. По словам Евгения Зубарева, за прошедшие полгода число подключившихся к ней клиентов банка выросло в 6 раз, как и обороты по ней. Все подробности на сайте bank.hlynov.ru. Также работает горячая линия 8 800 250 237. АО «КБ «Хлынов», лицензия ЦБ номер 254. Программа «Экономика» на 101 FM.